мои хорошие, с вами Кемили, и сегодня у нас с вами будет очередной влог. День начался ужасно, я обнаружила, когда купалась, что оказывается дырка в смесителе, сейчас вам покажу. Еще сегодня Фатя должна ко мне прийти, еще я записана на лазерную эпиляцию, еще бабушка должна пойти к двоюродной сестре, поэтому все вот так вот. И я прям даже не знаю, что делать. Первое, что надо решить вопрос со смесителем. Сейчас вам покажу, какая фигня произошла. Коротко о том, что произошло. Видите, вода откуда течет? Вот, прорвало смеситель. Нужно срочно вызывать мастера, потому что вода просто так вот течет. И покупать, конечно же, новый смеситель. Есть вот такой вот смеситель, стоит 30 манат. А есть вот такой. Этот сколько стоил? 45. Этот 45 стоит. Но есть подешевле. Да, это комплект еще вот с такой вот штукой. Нет, такой. А, ну вот этой, да? Со шлангом и вот этот. А, понятно, понятно. Есть подешевле вот такой вот. Так, я решила все свои проблемы. Теперь зашла в супермаркет, так как Фатя должна прийти с минуты на минуту. Мне надо купить что-то вкусненькое, что мы будем кушать. К чаю все дела. Я поднимаюсь наверх, накупила всего, сейчас вам покажу. Устала просто ужасно, без макияжа до сих пор. Итак, я пришла домой, покажу вам, что я купила. Два вот таких вот мороженых от Oreo. Буду снимать для вас мукбанг. Оба съем до прихода Фати. Мороженое еще в холодильнике есть, но обычное, не Oreo. Дальше взяла два Данона йогурта для нас с Фати. Вот такие вот вкусняшки и персики. Новый смеситель уже готов, как вы видите. Эта штучка у нас тоже новая. Шланг старый. В комплекте был новый шланг, но мы его вернули, так как у нас покачественнее, получше, так скажем. Все новое, прекрасно. Ура! Проблема решена. Вот так вот я все организовала. Пахнет обалденно. Сейчас приступаю к съемкам мукбанка. Также я сходила на лазер, как вы видите, вот такая вот у меня реакция кожи на лазер, но это нормально. Буквально за несколько часов это все пройдет и будут идеальные ножки. Я, мои хорошие, на 100% довольна собой. А все знаете почему? Потому что я встала рано в 7, поэтому я все успела. Время 2, а я поменяла смеситель, искупала, сделала макияж, сходила на лазерную эпиляцию, сняла мукбанг, смонтировала, уже выкладывается там. Вы уже, наверное, этот мукбанг видели с мороженым. Вот, с минуты на минуту должна прийти Фатя. Я ей буду делать гель-лак, покажу вам хотя бы результат. Если даже не весь процесс, покажу вам, что у нас получилось. Она у меня остается с ночевкой. Это очень хорошая новость, потому что бабушка, наоборот, уходит к моей двоюродной сестре. И я, получается, должна была остаться одна дома. Видите, как получается? Будем с Фатей снимать классные для вас видео в ТикТок. Также обязательно мукбанг, я уже подготовилась. Вот, и просто посидим, поболтаем, может, даже просто посвятим этот день нашей дружбе, посидим, посплетничаем о том, о сём, пообсуждаем других блогеров и все дела. Это все вот так вот аккуратненько я разложила еще вчера. Вытерла пыль, как вы видите. Здесь красота, лепота просто. Сейчас нужно собрать постель. Готово. Мать уже пришла. Сейчас будем снимать совместное видео, поэтому нужно переодеться во что-то ультрамодное. Хит сезона, чтобы был писк моды, понимаете? Поэтому это мы снимаем и одеваем. Вот это! Это такой костюмчик. Я забыла, кстати, показать вам, когда показывала свой гардероб, так скажем. Мне кажется, очень круто. Костюмчик идет за едой для мукбанка. И мы ждем тебя. Удачи. Ты сможешь подняться на лифте, спуститься? Да. Здесь ключики. Ну крутая девуля, да, ну крутая чекуля. Что-то принесла наша красотка. О, съедобное что-то. Стопудово что-то съедобное. О. Что же здесь интересно? Это шаурма, видимо, тандуни. Сейчас открою вам, покажу. Смотрите, что купил пупсик.
покупать. Это очень аппетитно пахнет и очень мягко. Мягко пахнет. Русский язык у меня очень на высоком уровне, ребята. Так, что здесь? Здесь какой-то бургер, видимо. Ну, в общем, в видео вы все увидите. Пахнет обалденно. Да, могу, конечно. Только микрофон или что-то еще надо? Посмотрите, какие у нее красивые сережечки. Все притащила сюда. Смотрите, да. Какая прелесть. Это мне подарила моя подружка. Угадай, какая подружка тебе подарила? Кроме меня, тебе что, подружка? А ты, я не, подарила. Ты не помнишь на нее? Ты реально не помнишь? Я думала, ты шутишь. Ну да, я вспомнила, да, это я тебе дарила. Да. Серебряная. А это сережки, Фатина, очень красивые. Запутанные. Я хочу золотые сережки. Как откроются вот эти торговые центры, давай пойдем и купим. Я себе золотые сережки, ты себе, не знаю, какое-то колье. Давай. 15-20 грамм, будем такие, как деревенские бабы, такие богатые. Богатые не могу. Красота, лепота. Не да. Фати здесь вовсю монтирует видео, а я ее вдохновляю заканчивать косметику. Я беру, Фати, одну палетку и заканчиваю ее до конца. И советую то же самое делать тебе. Потом брать другую палетку, потому что у нас очень много косметики, которой мы не пользуемся. Посмотрите, какие у меня результаты буквально, не знаю, за 2 месяца. Даже не за 2 месяца, какие 2 месяца? За месяц. Вот такой вот у меня результат с этой палеточкой. Да, пупсик? Да. Мы сняли с Фати несколько тиктоков. Теперь вот так вот отдыхаем. Вот так вот пупсик отдыхает. Она заценила мою помаду, которую я расплавила из 2 помад других. Просто шикарный оттенок получился. Как вам? По мне супер. Супер-пупер! Сейчас будем снимать видео для моего канала. Ты голодная? У Фати такой усталый вид, как будто она, не знаю, не деду таскала кирпичи. Мне так кажется, да? Я вообще не устала. Я повносил и энергию. Одно мне очень нравится в Фати, когда ей предлагаешь, например, какие-то новые идеи видео, она всегда говорит, я за все, только не за голодовку. Да. Да, пупсик? Я за любой шухер, кроме голодовки. Да, так что спать... За любой движ, кроме голодовки. Шухер — это неправильно. Шухер — это, шухер — это немножко другое. Что-то другое, да. Да, так что обязательно подписывайтесь на наши тиктоки, потому что туда мы заливаем наши совместные видео. Вот. Мы с Фати решили пойти в супермаркет, чтобы купить бабушке конфеты, которые она хочет. На улице уже темнота, но это не помешает нам. Уже смски отменили, правильно? Да. Уже мы можем просто так гулять. Ура, свобода! Ура, свобода! Я свободен, словно птица в небесах. Пожалуйста, авторское право. Так, короче, мы идем в супермаркет и обязательно берем вас с собой, возьмем пастилу и потом снимем для вас мукбанг. Вот такие мы девочки. Фати не нравится, что у нас в лифте пахнет мочой. Почему тебе не нравится, Маша, ответь? Потому что я предпочитаю запах цветочков. Мне нормально. Чем тебе не устраивает наш лифт? Кстати, тут рассуждали о том, что мы много работаем и вообще не отдыхаем. Поэтому я решила подсадить ее на сериал «Ривердейл». И я буду смотреть с ней все от начала. Хотя обещала подписчикам, что больше не буду смотреть этот сериал. Но я не буду продолжать. Я просто с ней посмотрю от начала то, что я уже смотрела. Без нее не буду смотреть. Правильно. Может, Пепси возьмем? Нет, только не Пепси. Я нашла напиток нам по возрасту. Агуша. Мы тут думаем взять эту коробку или вот эту, или вот эту. Хотя это одно и то же, я, да? Я за ванильную. Мне кажется, они вкуснее будут. Я типа не знаю, что ты меня снимаешь. Фатя, давай так, что типа я не знаю, что ты меня снимаешь. Подожди. Вот так вот, давай.
Эй, ты снимаешь? Ой, снимай. Раньше с подругой всегда так делал. Ой, ты снимаешь, типа, я не знаю, сфоткай так, типа, я не вижу. Типа, я не вижу. Я здесь застилаю нам кровать. Сейчас мы будем смотреть... Угадайте, что? Ривердейл. Она все-таки подсадила меня. Сначала... Это все вы. Я еще не подсадила, но собираюсь. Это все вы. Это вы нас подсадили обеих. Сначала суши. Когда вы будете смотреть это видео, она уже подсядет на Ривердейл. Ну, не факт. У меня там серия «Дома 2» стоит, скучает. Там такие новости, что прям... Ладно, будем смотреть. Ну все, мы начали смотреть. Как назывался? Ривердейл. А, точно, сериал. Все о нем говорят. Но взгляните поближе. Интересно, подсяду я или нет? Уже третья серия идет. Я подсела. Всю ночь, видимо, будем смотреть. Очень интересный фильм. Мы слышали это, мы сделали лично. Ребяточки, мы посмотрели три серии, и уже надо спать. Я просила у Фати, что расскажи, что будет дальше, расскажи, расскажи. Но она просто держалась молодцом и нифига мне не рассказала. Сказала, что смотри сериал, трать свое время. И смотри. Можно смотреть одну серию в день, так вероятно. Вот, но Айка нашла выход из сложившейся ситуации. Я в интернете нашла конспект, так скажем, всего сюжета сериала, и я узнала, кто убийца. Я, честно, нетерпеливый человек, и даже когда я читаю книгу, я не могу заставить себя дочитать до конца. Я просто открываю последние странички и понимаю, что же там произошло. Я, конечно, всегда так мухлевала. Вот. Но все равно я буду смотреть, потому что безумно интересно. Очень интересно. Доброе утро, мои пупсики. Мы уже встали. Сейчас буду варить манты. И вот такой вот у нас здесь напиток. И снимать для вас видео. Смотрите, какая красота. Заготовочки от мамы. Вот так вот у нас они уже варятся. Теперь я потихонечку собираю постель.